Где сказка, там скульптор Валентин Ермаков. Известный резчик по дереву принял участие в городском конкурсе «Тобольский снеговик». Мастер вырезал героев из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Вот жеребицу-то и ловит Иван дурак-то. Пшеницу у них воровала же, помните? А потом он ее привел, стоило, она ему родила конька-горбунка и двух черных коней. Душа-то художника, хочется что-то делать-то. Вот и делаем. Это же потом, во-первых, воспитание детям. Все эти мультики, вот эти современные покемоны, они же надоели. А наши-то старинные-то, русские-то, они же воспитывают детей-то в таком, в этом нашем. Вот, так что это хорошо, конечно. На площади у Тобольского Кремля теперь большая сказочная аллея. За 2 дня здесь появились герои из любимых мультфильмов. В Снежном городке поселились львенок, кот в сапогах, заяц, спортсмен и другие сказочные персонажи из советских мультиков. Всего было установлено более 30 снежных заготовок. 21 команда принимает участие в конкурсе непосредственно. И 9 организаций и предприятий, которые приняли предложение объединиться и всем вместе создать снежный городок, то есть внести свой вклад во всеобщее создание праздничной атмосферы для наших юных жителей города. Более 100 человек создавали снежный городок. Подручный материал они превращали в произведение искусства. Прекрасная идея. Очень понравилось. Вообще, советские мультики самые лучшие, российские мультики. Мы их очень любим. И наши дети тоже. Мы работаем в детском саду, и у нас всегда праздник, детский праздник. Вот эта вот вера детей в чудо, оно всегда исполняется. И поэтому я и желаю взрослым всегда верить в чудеса, и они обязательно сбудутся. Это все в нашем сердце, в нашей душе, и все получится. Главное, верьте, друзья, в чудеса. Итоги конкурса на лучшую снежную фигуру объявят 27 декабря. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей.